Всем доброе утро, добрый день, команда Армель. Это видео я посвящаю работе лично с моей командой, командой номер один. И это видео ты обязательно получишь в личное сообщение, чтобы у нас состоялся такой личный близкий разговор. И я очень хочу, чтобы после просмотра данного видео у тебя появилось желание связаться со мной по телефону. Мы договорились о встрече и провели личную консультацию. Ну а речь в этом видео пойдет о очень ценных и важных моментах, которые нам помогут сработать с тобой в январе. Совсем недавно я вернулась с Москвы, с форума активных партнеров. Вчера состоялся постпромоушен этого мероприятия с теми девчонками, которые были. Мы еще раз уже, скажем так, на трезвую голову, я имею в виду трезвую не от количества выпитых напитков, мы их не пили, а от эмоций, да, которые там были. Еще раз пообщались, еще раз подвели значимость этого события. Скоро состоится постпромоушен для вас, для всех, для моей команды. Мы планируем сделать встречу здесь, в Оренбурге, но с трансляцией в ваши города. Это будет первое такое грандиозное событие. Мы попробуем внедрить эту схему в работе с вами, с городами, да, и странами. Конечно, эмоции переполняли. Все, кто был, они вернулись с четким видением и пониманием, что хотят. И уже сегодня мне партнеры пишут, что они открывают склады. То есть, понимаете, да, масштаб того, что там происходит. И, конечно, передать все, что там было, или под диктовку вам дать, это нереально. На таких мероприятиях нужно быть. И очень часто мне пишут, знаешь, вот я то, что ты мне говорила раз пять, я шестой раз услышала на мероприятии и наконец-таки поняла. Поэтому бывает, что из нескольких источников надо услышать одно и то же, и как бы до нас доходит, да? На этом форуме было очень много новостей, с которыми я сейчас поделюсь. Также сейчас есть у нас команда лидеров, которая отдыхает в Сочи. Вызов компании был, да? Пишут тоже очень много новостей. И сейчас, просматривая их ролики, я уже хочу в Грузию. Поэтому выполнить промоушен по Грузии очень даже не сложно. Кому интересно и кто не знает про этот промоушен, тоже пишите в личку или звоните, я обязательно расскажу. Условия очень реальные. Итак, какие же были новости? Ну, первая совсем недавняя новость, то, что сейчас нам в январе запустили три потрясающих акции. Чем нам с вами могут помочь эти акции? Ну, я всегда говорю, что любая акция, это не просто так, чтобы вот раз и получить подарок. Хотя подарок — это уже здорово, это уже классно, это уже заработанные деньги, да, потому что люблю очень фразу «сэкономленные деньги – это ваши заработанные деньги». Поэтому все богатые люди, они всегда торгуются, если что-то покупают, они экономят, потому что даже если вы там, не знаю, сэкономили 10 рублей, вы их не сэкономили, вы их заработали. И, конечно, эти акции – это наш с вами дополнительный доход. Плюс, любая акция несет за собой смысл. Какой смысл акции несут в январе? Ну, во-первых, это то, о чем я всегда люблю напоминать. Январь, сейчас январь, дальше предшествует нам февраль и март. В году, в котором 12 месяцев, есть всего 3 месяца, друзья, которые наиболее могут нам принести прибыль, осуществить наши какие-то цели, планки, задачи. Это декабрь, это февраль и март. Понятно, что декабрь — это Новый год, он уже прошел. Но вспомните мое видео, когда я еще в начале ноября говорила о том, что готовиться к декабрю нужно уже в начале ноября, да, делать заказы, готовиться к продажам. Я сама подготовилась, у меня не было проблем обслужить клиентов. Я, более того, выручала партнеров и даже параллельки. При этом хорошо заработала на продажах сама. Следующий момент, о котором я говорила и говорю сейчас.
Сейчас нужно готовиться уже к февралю. А к феврале тем более два праздника, да, это 14 февраля и 23 февраля. И уже сейчас нужно продумать, какое количество клиентов мы хотим обслужить, и, соответственно, подготовиться. И уже сейчас делать заказы, чтобы потом не говорить: я сделала заказ, а мой заказ задержался, а мой заказ потерялся, какая плохая компания. Не компания плохая, компания делает сейчас все возможное для нашего роста и развития. Вы просто не представляете, что она готовит нам впереди, но тем не менее, уже сейчас услышьте меня, те, кто хочет заработать, те, кто хочет развиваться в этом бизнесе. И с этой целью я хотела бы рассказать немножко поподробнее о тех акциях, которые сейчас есть, да, для тебя, чтобы ты поняла смысл этой акции, и чтобы она помогла тебе в закрытии какой-то квалификации, в зарабатывании денег. А сейчас у нас, как я уже сказала, есть три акции. Связаны они с коллекцией амплуа. Ты знаешь, я из Москвы привезла новый флакончик и была в таком потрясении. Взяла этот флакон к себе на мини-склад, чтобы он был. Но там этот флакон мы открыли, брызнули понюхать запах. И могу теперь с уверенностью сказать, что 152-й аромат стал моим самым любимым, одним из самых любимых. А до этого я пользовалась 154-м. Безумно радует новый дизайн флакона. Он, как вот говорят, да, мы не флакон покупаем, но когда берешь флакон, да, этот флакон в руки, то понимаешь, что он какой-то очень такой изысканный. Это действительно серия для любителей, ценителей парфюма. И вот новый дизайн это очень-очень отражает. Начиная там от самой крышечки, она с какими-то такими кристаллами золотыми, или не знаю, как это смотрится, но смотрится шикарно. А почему именно коллекция амплуа сейчас нам поможет в закрытии квалификаций? Все мы знаем, что коллекция амплуа исчезла, да? И очень долго ждали ее. Когда же появится, особенно вот этот 152-й излюбленный аромат, да и 154-й? Но, как видим, не просто так она исчезла, да? То есть у многих, у кого были претензии, да, ну когда же, ну что же, они не могут просчитать, что нам вот здесь всем надо. Оказывается-то менялась упаковочка. Компания старалась для нас, и вот сейчас, когда люди подогретые жаждой купить свой любимый аромат, да еще в новом дизайне, компания делает нам акции. Первая акция 4 плюс 1 плюс 1. Мы заказываем 4 флакона амплуа на свой выбор, заметьте. В личном кабинете вы сможете выбрать те флаконы, какие вам нужны. Один флакон в подарок нам идет классика. И плюсом мы получаем напиток Vita Energy. Смотрите, насколько выгодна эта акция. 4 флакона амплуа нам обойдутся в 5800 рублей. 5800 рублей. Плюс мы получаем 1500 коллекция классика в подарок. И плюс там около 1000, да, стоит напиток. Соответственно, выгода наша с вами 2500 рублей. Мы отдаем с вами 5800. При этом, когда мы зарабатываем, когда мы продаем эти флаконы, минус 5800. Здесь мы зарабатываем 4200 на продажах. И акция, мы получаем в подарок 2500. То есть это фактически 50% подарок, да, от заказанных флаконов. И наш с вами доход с этой акции составляет 6700 рублей. Мы заказали 4 флакона амплуа и заработали 6700 рублей. Но это, по-моему, вообще фантастика. При том, что я вот, допустим, эту акцию я уже сделала сразу. И причем я уже подумаю о второй. Чтобы потом не говорить: ой, флаконы уже кончились. Разбирать будут очень быстро, потому что, ну, выгоду вы видите, девчонки. Я стараюсь донести это быстрее вам, да. Помните про жизненную активную позицию.
К тому же я очень давно хотела попробовать напиток Vitenergy, но, как всегда, мы же изыскиваем средства, да лучше я закажу духи, а потом напиток и так далее. И вот сейчас, представляете, есть возможность. Раз я его получаю в подарок, конечно, я его вскрою, попробую, да? А витамины нам всем нужны с вами, для тех, кто активно развивается в бизнесе, кто мало спит. Моя семья это очень хорошо знает, поэтому шикарная возможность попробовать и получить еще и заряд энергии и витаминов. Плюс вы можете эту пачечку открыть и, допустим, по пакетику вкладывать в подарок там, к заказу. И это, опять же, продвинет новую линейку, и у вас будут заказы, а, соответственно, будет увеличиваться товарооборот. Все взаимосвязано. Итак, согласись, что акция шикарная. Вкладывая 5800, мы зарабатываем 6700. Потрясающе. Вторая акция. На мой взгляд, ну, для меня она менее интересна, но для многих она тоже станет интересной. Она заключается 3 плюс 1. Мы берем 3 флакона коллекции Амплуа и получаем в подарок еще один флакон Амплуа. А если говорить о цифрах, то есть мы вкладываем 4350 и получаем 2500 подарок. То есть, опять же, 2500 это составляет почти там 50% подарка, да? Если говорить о продаже, здесь мы зарабатываем 3150, продав 3 флакона Амплуа, плюс 2500 это флакон подарочный. Это получается 5650. Девчонки, ну просто шикарно, да? Мы вкладываем 4350 и зарабатываем 5650. Это та коллекция, которую любят, которую ждали, которой долго не было. И вот она, мы ее даем к празднику. Шикарно. И третья акция, она заключается 2 плюс 1, это именно уже по напиткам Vita Energy. Но здесь я не могу что-то конкретного сказать, потому что сама эту линейку не продавала еще. Но для тех, например, кто заботится о семье своей, да, о здоровье, может быть, там родственники хотят тоже купить, то, в принципе, тоже акция шикарная. 2 набора вы заказываете, 1 набор получаете в подарок. К тому же, скоро у нас выходит новый аромат под номером 139. В чате я уже выкладывала фотографию, это тоже шикарная новость, потому что, ну, многие клиенты захотят попробовать, да, это тоже плюсом товарооборот. Кстати, я не сказала, при первой акции мы сразу делаем 60 баллов, при второй акции мы делаем 45 баллов. Плюсом, да, мы еще делаем товарооборот. И смотрите, как интересно, если сейчас людей подключать с идеей подарка, да, себе или там близким, это было также и в декабре, и это не просто слова, в декабре в первую линию я подключила 40 человек, то есть я именно продвигала идею подключения. Ты получишь подарок, да, делая акцию новичка, и плюс ты еще экономишь на подарках. Сейчас это можно делать с легкостью. То есть представляете, что, например, вы делаете там 100 баллов, да, продаете, и вы 3 партнера подключаете на 60 баллов. Нет, не 3, а 5. Допустим, 5. 60 баллов, 60. 60 умножить на 5. 300 и плюс ваши 100. Это 400 баллов. Это уровень 6%. 5 человек с акции новичка оформить, ну, просто реально. Это, я не знаю, какое слово подобрать, потому что, ну, минимальное количество это 25 человек, которых я привлекала в месяц. Я это делаю, я знаю, что это очень, очень реально. А 5 человек, ну это мега реально. С такими акциями это мега-мега реально, я не знаю.
Вот, потом про аромат я вам сказала. В компании появились долгожданные пробнички. Это тоже можно использовать как рабочий инструмент в плане подарков. Он стоит всего 60 рублей, но это впоследствии будет продвигать для продаж, да, уже флаконов. То есть это шампунь и кондиционер. И представляете, насколько будет приятно получить человеку вот такой подарок, да? При этом никогда сама не делаю скидок, а всегда дарю. И подарок он ценится больше, потому что сделав мы там 60-100 рублей скидку, ну, человек не оценит. Этих 100 рублей не хватит там до магазина дойти. А получить подарок и сделать вывод о линейке, да, продукции Armel, это шикарно. Тем более, что шампунь и кондиционер – это тот товар, которым пользуются все. И, кстати, подарив такой наборчик в феврале, уверена, что к 8 марта у вас будут огромнейшие заказы на шампунь и кондиционер, на подарки. И также бальзам для тела и гель для душа, да, тоже шикарная возможность попробовать получить подарок. И обязательно на март будут у вас заказывать уже большие флакончики. То есть, опять же, это работает на ваш результат. Ну, а сейчас я хотела бы тебя провести на свой мини-складик и показать тот инструмент, который помог мне в декабре заработать только на продажах более 20 тысяч рублей. Он помог моим партнерам, потому что я вручала какими-то флаконами, менялись, да, мы. И это то, что действительно, о чем я сейчас говорила тебе, да, не просто на словах «давай, делай, мне нужны баллы», а именно тот инструмент, который находится у меня дома, и я могу сказать, что здесь далеко не все позиции, которые есть ходовые, да. Сейчас я также выполнила акцию по коллекции амплуа, и нужны еще классические флаконы, которые я 100% могу сказать, что они продадутся. А в феврале начнется новая волна новых квалификаций, потому что компания не останавливается и готовит еще для нас новые возможности. Целую. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.